Мой муж неоднократно пил и поднимал руку, избивал меня до такой степени, что мне на глазах у детей, дети все видели. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi iddia edir ki, həyat yoldaşı ona qarşı təcavüz edib və içkili halda onu döyərək təhqir edib. Buna dözməyən şikayətçi məhkəməyə müraciət edərək boşanmağa qərarı alıb. Amma qarşı tərəf onu ölkədən deportasiya edəcəyini bildirərək ona hədə qorxu gəlib, çünki xanım Rusiya vətəndaşıdır. Üç uşağı əlindən alınan şikayətçi deyir ki, həyat yoldaşının atası yüksək vəzifəli şəxs, konkret olaraq Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanının Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Elxan Orucov olduğundan ona icra hakimiyyətində də təzyiq göstəriblər. У меня сейчас очень большая проблема. У меня отобрали моих троих несовершеннолетних детей. Я уже нахожусь в разводе в течение 9-10 месяцев. Мой муж сын высокопоставленного человека, сын Оруджева Эльхана, который занимает должность рейс безопасности в аэропорту. Мой муж в течение 9 этих месяцев не платит ни мне, ни детям, ни копейки. Он с самого начала, после конфликта, он продал все мое имущество, записал на свое имя, обманывая меня, что я не имею права получить гражданство Азербайджана, я сама гражданка России. Он сказал, что я пойду до конца, пойдет до конца и в конце концов депортирует меня и то есть оставит меня ни с чем. Мой муж неоднократно пил и поднимал руку, избивал меня до такой степени, что мне на глазах у детей, дети все видели. Мне приходилось обращаться в больницу, то есть я посреди ночи вызвала соседку, пошла в больницу, мне под анестезией зашивали губу, он сломал мне нос. При этом моя свекровь и мой свекор приходили домой и сказали, что тебе не нужно никуда идти, что все само собой образуется, боясь за то, что я обращусь в полицию и его посадят. Я поэтому скрыла этот факт и не стала все угнетать обстановку. Думала, что мои дети, трое детей, не хотела, чтобы они остались без отца. Как бы хотела, чтобы они росли в полноценной семье. Но после этого мой муж не утихомирился. Он стал пить дальше и стал меня обвинять во всех грехах, несовершенных мною. Предоставлять ложные документы в судах. И обвинять меня, представил какие-то фотографии, какие-то переписки, несовершенные мною, чтобы отобрать у меня троих детей. То есть, когда я сказала, что я не могу больше жить с таким тираном, как он, мне сказали, что ты пожалеешь обо всем, мы тебя уничтожим. Мой муж обратился во время процесса в Иджра Хакимияте. В Иджра Хакимияте опросили моего старшего сына, которому исполнилось 10 лет. Сын умолял, просил, чтобы остаться с матерью. Написал собственноручно, я хочу остаться с матерью. Меня там начали как бы очень грубо со мной разговаривать. Сказали, что сейчас вызовем полицию, сейчас выведем вас отсюда. Я очень прошу, чтобы все было по-честному. Я хочу вернуть себе детей, потому что это необоснованно. Отбирают троих детей, которые хотят остаться с матерью. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.